словах, что ждет наших силачей сегодня у тебя в гостях? Я посмотрю, на что они способны, и мы будем усиливать это все. Господи, помоги, пацаны. Будет жарко, пацаны, я отвечаю, будет жарко. Пацаны, мне кажется, нас заблокируют за этот видос. Выражение лица, пацаны. Вы почувствуете то, что чувствуем мы, девчонки. Блин, меня аж прям аж это такие. Я хочу мужскую группу. Короче, ребят, мы сейчас досмеялись, и точнее досмеемся, и будем одевать эти штучки. Мы приехали к Оле Коди. Гражданочка очень экстра неординарная, опасная, дерзкая, сильная. Мы с ней можем, кстати, на руках, наверное, побороться. Мы будем с тобой на руках бороться? Конечно. Я тебе говорю, привет. Гога, ты сегодня упадешь 100%. Не-не-не. Вариантов? Не, экзотику потом. Я хочу карту. Жар у видоса уже зашкалил, ты еще не переоделась даже, подожди. Ничего себе. А какой максимальный размер туфель у тебя? 15, наверное. 15? Ну, примерно вот там, что-то черное. Это с меня, чтобы вы понимали. Я если на картеля сяду, как бы, ну, практически. Короче, мой друг, смотрите. Друзья, идея этого видео возникла у нас с Гогой примерно год назад, когда мы начали искать самую крутую девчонку, которая танцует на пилоне. И, естественно, нашли Олю Коду. Это девчонка с синими волосами, она выступала на танцах на ТНТ. Короче, год мы пытались дописаться до нее, достучаться, и вот наконец-то осуществилось чудо, и мы здесь, у нее в студии. И я привел самых жестких, лютых парней. Только я об этом вообще не знал, мне с просто нами сегодня Ильич, сегодня Богдан Кахимбой. Богдан умеет танцевать стриптиз, он сказал. По секрету. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому, друзья, с вами канал Fit Stars. И это, наверное, самое провокационное, жесткое видео из всех, что мы когда-либо снимали. Мы начинаем. Слушай, в видосе еще и собака будет. То есть видос вообще на все категории людей. Здорово, брат, здорово. Это Fit Stars пес, ребят. Забираю его. Он меня жрет. Он меня жрет. Привет, Оля. Hello. Я наконец-то поймал тебя. Ну, давай в двух словах расскажи про себя. Ты танцевала на пилоне, потом ты попала на танцы на ТНТ и всех там поразила. Да, два раза целых. Ну, короче, этим давно уже занимаюсь, поэтому самое главное, что я никогда не занималась стриптизом, чтобы вы сразу не думали и не писали всякую хрень в комментариях. Найдутся. Найдутся. Ну, ладно. Давай в двух словах, что ждет наших силачей сегодня у тебя в гостях. Сейчас мы обязательно разомнемся, потому что разминка – это очень важная часть тренировки. Ну, начнем. Начнем мы с малого. Я посмотрю, на что они способны, и мы будем усиливать это все. Смотри, много разминку проводит Ильича. Ничего себе. Страшно, честно говоря. После этой съемки Ильич будет полчаса под горячим душем сидеть, понял? Держи, не бегаю. Будет жарко, пацаны, я отвечаю, будет жарко. Господи, помоги, пацаны. Гога, теперь ты. Здравствуй, Гога! Вот шикаешь на пилон, с любовью. Disindication. Пацаны, мне кажется, нас заблокируют за этот видос. Я от испарений могу опьянеть, потому что я абсолютно не пьющий. Меня уже сейчас начинает дурман, короче. Натирай, натирай, пацан. Смотрите, у нас в основном все будет на руках. Мы должны размять плечи. Кисти, обязательно локти, потому что, ну, это реально, плечи могут просто либо вылететь, ну, у кого там так. Так, ну что, давайте начнем. Первое, что мы с вами сделаем. Садимся на пол. И нужно сделать максимальный прыжок наверх. И давай. Падаем. Раз. Два. Останься со мной навсегда. Самое главное, да, это не просто сделать элемент, а еще сделать его красиво и грациозно. Погнали. То же самое. Раз. И пошли волна.
Пока лучше всех Ильич справляется. Окей, это все сайт, а можно на нем прыгать сколько угодно. Давайте немножко покрутимся. Руки могут скользить, но как бы это нормально. Берем правую ручку, левая идет наверх. И вы делаете прыжок. Стараетесь просто верхом на руку. Да, тело ровно. Богдан, твоя тема, я говорил. Выражение лица, пацаны. Это будет мем, я тебе говорю, закольцуем на 10 часов твое выражение лица. Окей, усложняем. Крутимся, ножки идут вот сюда. Ёк-макарёк. Так, Гоги маты можно подложить, пожалуйста? Постарайся сидеть нам под мышку здесь. И тогда будет вообще ништяк. То есть голова должна быть внизу, а попа наверху. Должен видеть прям свой зад. Че, Гога нормально, да, делает? Давай, Богдан. На пол, да, стой. Чувак. Это было на грани, я тебе отвечаю на грани. Давай, Вань. Оп. Выражение лица, брат. Так, окей, погнали дальше. Так как вы в шортиках, да, давайте с вами попробуем. Вы почувствуете то, что чувствуем мы, девчонки. Это да, это очень важно. Мы берем с вами вот эту мышцу. Оно у нас волосатое в основном. Мы должны с вами зажать пилон здесь. Смотрите, да, ровно. И я немножко делаю бедро сюда, чтобы убрать вас. То есть ровно никто не делает. Вот это, ну, вот. По техническим параметрам Гога не сможет выполнять упражнение. Да, сюда. И корпус на вот пилон. Сюда. Вот. Еще. Смотрите, можете глаза смотреть вниз? А корпус прям прямо смотри, прям упираюсь. Да. Во, молодец! Богдан, давай не будешь пробовать. Да. Ай, передавливайте, вообще. Просто пожар вообще вот здесь. У них просто здоровые ляжки и все. Я не знаю. Ёжки. У тебя уборка дома интересно выглядит, да? Именно так. Атмосферненько, да. Погнали. Берем подмышку. Не просто, да, не берем, не нажимаем. Нижняя ручка в упор. Немножко в бок. И вы должны за счет нижней руки раскачивать. Просто изи. Просто изи. У меня нога вообще прямая, она такая согнута. Тяжело, ребят, вообще, это жесть. Вообще, ребят, реально тяжело, у меня сейчас спину нормально так рожала, прям кайф. Все, у тебя есть комбинация уже. То есть, как бы, когда мы делаем один элемент, да, мы сделали такие, ну ладно, что. А когда их несколько, когда их нужно сделать четко отработать, вот это уже, да, это работа. Давай, покажи тогда несколько. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems, I'm through the money. The press will be calling. Нормально было. Слушай, одно дело, когда ты это видишь по телеку, а другое дело, когда ты вживую. Перед твоим лицом вот эти ноги пролетают. Вот так пролетает, ты такой, господи, да что ж такое-то? Слушай, я предлагаю так, давай сделаем связку из трех элементов. Да. Пацаны повторяют, и мы выбираем победителя. Кто круче изучил твои элементы? Ты им показываешь связку, они повторяют, и ты выбираешь победителя. Ну, давайте. Пацаны, ну будет оцениваться и сексуальность, и грация, и все. То есть не просто выполнить. Так, давай еще раз. Давайте я вам что-нибудь такое по-мужски дам. Короче, тогда мы лезем наверх. Все, я поняла. Я врубилась. Раз. И сидите как обезьяны наверху. Погнали. Да лишь только не ёбнись, пожалуйста. Сейчас.
Богдан, пока побеждаешь. Короче, вы сидите на дереве, и вас должно закручивать, то есть спиной. И вы так опускаете, что сейчас будет представление, шоу. Угу. Раз. Может, да? Раз. И вот так можно закручивать. Давай по очереди, пацаны. Коля, настраивай. Колено. Так? Да, повыше. И вот тут опять себя пробуй прям с глазами, да. Музыка будет из Титаника, я тебе обещаю вот это. Он мне показал, я понял. Давай. Смотри, смотри, он может. Молодец, а что он тебе позволяет? Ильич, пошел. Терминатор обрубает. На сцене будешь дополнительно не только жонглировать, но еще на пилоне добавить, да, второй номер. Вы должны вот из этой прямой руки сделать подмышку и себя к нему прислонить. Вторая рука уходит сюда, капучино. Раз, капучино, два. Брат. Да. И вы должны вот с помощью этой руки немножко себя вытолкнуть сюда. Да. Суставы гуляют. Но ты танцуешь как ангел. Думал, тут нечего искать. Беззаботно подсвечу вам вискарь. Но любовь бьет, как электроскарь. Пацаны, я предлагаю делать вам одновременно. Вот заруба. Потому что Богдан немножечко выбывает по весовой категории. Вы одновременно делаете. Мы выбираем, кто из вас мощнее. Оля, давай отсчет. Пацаны взрываются по твоему отсчету. Шоу 2 бананчика. Погнали. И блин, у меня аж прям ошибки такие. Я хочу мужскую группу. Нафиг это. Она уже у тебя есть. Ты готов к импровизации, брат? Да, чистая импровизация сейчас будет. 20 секунд под музыку, буду делать что-то, и мы посоревнуемся с ребятами. Максимум сексуальности Ильича, да. Тебя. На цирковых каждый сможет. Ну да, ты попробуй на хардкоре. Оль, давай новый трек, Гога Тупурион выходит на арену. Не, это сложно, ребята, это силовой, я вот попробую его сделать. Этот на грации... Давай сальтушку. Но я с сальтами не дружу, попробую. Ёптит. Сейчас, подожди. Chasing the funk, I can't stop chasing the funk. I just keep chasing the funk. I can't stop chasing the funk. I go 2 steps forward, chasing the funk. 2 steps back, chasing the funk. Две недельки у вас просто муа. Кто победил сегодня, Ольга? Слушайте, ну мне кажется, вот я бы ему первое место дала. Гагарион. Да. Это ему второе. Ильич. Он прям вообще такой танцор прям. А ему третье. Намазался и сидит. Оля, давай теперь батл, они втроем против тебя одной. Жесткий батл. Фристайл, поехали. Надо разорвать. Оформим разрывание. I'm not afraid of the world.
Завершению батла я хочу сказать, что, к сожалению, Ильич тебя уделал. Да? Блин, ну ладно, мужикам можно уступать. Ну, я думал, это будет шуточный батл, но Ильич просто ворвался на всех. А как так? Ты все умеешь? Не знаю. Короче, со второго места ты на первой. Да? Ну что, финалочка, короче, нас нормально так прокачали, пробили, силовые форматы дали продегустировать. Честно говоря, мне кажется, мы даже рядом ничего не стоим с Олей. Но Оля топчик. Ребята, вы все это поняли, что она топчик? Я, в принципе, рад, что сейчас просто прокачан этой гражданочкой. Оль, ну мы тебя официально профитстарсили, точнее, ты профитстарсила наших пацанов сегодня. Спасибо тебе большое. И я думаю, будет сиквел. Если на этом видосе будет 30 тысяч лайков, то... Мы к тебе придем еще раз? Конечно. Будем танцевать на каблуках. Я приду в костюме. Ребята, каблуки сменялись размером. С вами был FitStars. Подписывайте, давите колокольчики и ставьте гагитосы, короче, вместо лайкосов, короче. Ребят, всем еще раз добра. Оля, ты супер. Ну, ты сама это знает. Всем добра еще раз.